perfeito. Faltou um pouco de grappling, mas na parte de trocação strike, para mim, perfeito. Perfeito. Senhor do Chihuahua, você tem Patrícia e Chitada, que agora com Gela Chihuahua Estúdio. Disse que o Ministério do Pernambuco regular na torneira passava no mundo, passava no descampranismo vindo de Guilherme MMA. Спортсмены, тренер, судьи, уважаемые почетные гости, добрый вечер, добро пожаловать! Очень замечательное событие, мне очень нравится. Арена просто супер, я здесь первый раз. И вообще я в предвкушении посмотреть все, как что здесь будет. Вообще очень классно. Желаем удачи всем. Спасибо. Нашим узбекам, которые бойцам, желаю успехов, желаю всем победу. Я в таком легком шоке. Я с 2012 года выступаю в МЦИ. И здесь очень много ребят, наверное, даже и болельщики, которые бывали на МЦИ. Я вам честно скажу, ничем не уступаю городу. Сегодня пели гимн для ММА. Песня будет называться «Не сдавайся никогда». Прекрасное исполнение припева и вообще вокальной партии от Сабины Мустаевой. Я один из захватывающих зрелищ поединков по правилам профессионального ММА с участием 6 спортсменов из России, 7 спортсменов из Узбекистана, а также бойцов из Азербайджана, Франции, Бразилии, Аргентины, Туниса, Украины, Таджикистана и Республики Суринам. В титульном поединке лицом к лицу сойдутся обладатели пояса GFC в редчайшей особой категории Умар Нурмагомедов из России против аргентинца Брайана Гонсалеса. Это GFC под номером 20. Мы начинаем! Приближается спортсмен из Таджикистана. Приветствуйте!
готов на все 100% выложиться, показать красивый бой. Организация на высшем уровне. Are great hosts and a fighting nation because 12,000 people are here today to support their guys. So I see that they like the sport of MMA very much. Thank you.
этом поединке. На четвертой минуте 35 секунде первого раунда удушающим приемом одержал победу и остается непобедимым.